Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет сегодня в выпуске. Чистота, красота. Как выглядят города и села, признанные самыми благоустроенными в Самарской области. Бизнес и банки. Какие условия кредитования юрлиц самые выгодные? И реформа местного самоуправления. Кто и как теперь будет руководить Самарой? Жить в чистом, ухоженном, зеленом городе. Для кого-то это пока мечта, для кого-то уже реальность. На днях областное министерство энергетики и ЖКХ подвело итоги конкурса и объявило самые благоустроенные города и села Самарской губернии. Кто оказался в лидерах на этот раз? Аккуратные бульвары, ухоженные дворы сегодня и жюри регионального конкурса, и сами жители Новокуйбышевска отмечают – город не узнать. Чисто, красиво, сюда хочется приезжать и здесь хочется остаться. По итогам прошлого года областное правительство признало Новокуйбышевск самым благоустроенным городом Самарского региона. Критериев много, но назову те, которые, в принципе, на сегодняшний день у нас у всех на слуху. Это озеленение, это наличие детских и спортивных площадок, это борьба с несанкционированными свалками и, конечно же, наша любимая тема – лицо фасадов многоквартирных домов, государственных учреждений. То есть то состояние города или населенного пункта, которое ежедневно наблюдают жители и приезжие. Региональное министерство энергетики и ЖКХ проводит конкурс на звание самого благоустроенного муниципального поселения уже в 9-й раз. Многие города и села участвуют в нем постоянно, и результаты, что называется, накапливаются. Территории постепенно приводятся в порядок. Ведь победа в конкурсе дает не только моральный, но и материальный стимул к дальнейшей работе. В наших дипломах и грамотах не только хвала и благодарность тем людям, кто принимает в этом участие, но мы еще предусматриваем стимулирующую такую составляющую в виде, на 14-й год это у нас около 10 миллионов рублей. Мы и финансово будем стимулировать наших призеров и наших победителей. Призовые деньги поступают в местные бюджеты и по условиям конкурса могут быть потрачены только на дальнейшее благоустройство. В прошлом году Новокуйбышевск, например, как победитель конкурса, получил награду почти в 2 миллиона рублей. Эти деньги дали старт новому экологическому проекту по сбору бытового мусора. Для начала город закупил евроконтейнеры для многоквартирных домов, ну а потом пошло-поехало. Мы в городе Новокуйбышевске полностью перешли на так называемый евросбор. Приобрели машины, которые позволяют забирать несколько видов контейнеров. Мы 11-кубовые контейнера, которые раньше каждый контейнер возили на полигон и обратно, сейчас заменили на лодочки. Эти лодочки до 15 штук загружаются в машину. Эти же машины у нас собирают евроконтейнера пластиковые и заглубленные контейнера, которые в количестве 145 штук стоят в нашем городе. Два года назад в городе Новокуйбышевске по санитарной уборке территории работало 30 автомобилей. Сегодня работает 8. То есть высвободившиеся денежные средства мы направили на закупку этой техники. В итоге двойная польза. И работа муниципального предприятия стала рентабельной, на его содержание не тратятся бюджетные деньги, и город стал заметно чище. Мусор из таких контейнеров не разносится ветром, нет запаха, да и животным до отходов не добраться. А это уже санитарная и экологическая безопасность. По мнению организаторов конкурса, самое что ни на есть основная характеристика благоустроенной территории. Более того, в этом году Новокуйбышевск приступил к эксперименту по раздельному сбору мусора. Начать решили с того, что перерабатывается у нас в области – с пластиковой тары. И, судя по активности жителей, люди к новой системе обращения с отходами в основном готовы. Я очень переживаю за экологическую обстановку в городе, поэтому не считаю, что это такая сложная проблема, чтобы разделить мусор и выбросить по разным контейнерам. Город стал чище однозначно, и пластиковые тары по городу встречаются очень редко. Экология в Новокуйбышевске, благодаря тому, что находятся крупные нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия, она всегда была под особым контролем администрации. И здесь мы всегда старались идти по новым методам. Сегодня мы закупили довольно-таки хорошую технику и делаем проект реконструкции нашего полигона.
Реконструкцией полигонов и рекультивацией свалок сегодня занимаются многие муниципалитеты. Это застарелая проблема, которая решается в том числе и на средства областного бюджета. В Алексеевке, например, официального полигона не было с момента основания поселка. Десятилетиями жители вывозили мусор на специализированную свалку. И вот в этом году был подготовлен проект рекультивации территории. В следующем земля будет наконец расчищена и начнется ее озеленение. За это время была проделана огромная работа, которую отметила и конкурсное жюри, присудив Алексеевке Алексеевского района призовое место за благоустройство. В разных категориях были отмечены Поховеснево, Суходол, Хворостянка, Марьевка. Ну а Самара, несмотря на столичный статус и столичный бюджет, оказалась среди крупных городов только на втором месте. Здесь действительно очень красивая набережная, реализуется комплекс мероприятий, направленных на благоустройство, но пока областной столице еще есть куда стремиться и с кого брать пример. Кризисные времена объединяют. Во всяком случае, в деловой сфере наметился тренд на сближение банков и бизнеса. А вот что они могут предложить друг другу сегодня? Я рада представить эксперта по работе банков с корпоративными клиентами, руководителя управления коммерческого банка Дениса Любимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, ну вот давайте начнем с общего. Как вы оцениваете надежность банковской системы Самарской области, ну, вот, предположим, по сравнению с 20-летней давностью? Знаете, последовательная политика Центрального банка России, направленная на оздоровление финансовой системы, привела к тому, что на рынке сегодня представлены те банки, которые занимаются своей непосредственной профильной деятельностью, а именно финансированием бизнеса, используя свои многочисленные инструменты, и кредитованием населения. То есть сегодня мы пришли к тому, что на рынке остались добросовестные игроки. Тем не менее, вот вопрос доверия к банкам, он все равно остается актуальным. Вот каким банкам сегодня можно доверять? Это надежный партнер. Для меня ключевым фактором оценки надежности банка является то, кто является его собственником, кто стоит за банком. Здесь берется в расчет оценка его бизнеса, то есть идет ли собственник бизнес на территории региона, реально ли созидает. Если он ведет бизнес на территории региона, значит, он приносит пользу региону. То есть здесь бизнес, успешность его бизнеса, масштабы его бизнеса. Вот эти факторы для меня являются ключевыми. Но также важно, кто является руководителем банка, то есть формирует его стратегию, формирует принципы его работы, формирует кредитную политику. Население сейчас вообще в принципе стало по-другому, чем раньше, подходить к выбору финансового партнера. То есть люди уже смотрят специализированные сайты, оценивают финансовую документацию даже. Поэтому по поводу собственников вопрос, я думаю, они зондируют в первую очередь, перед даже походом в банк. Денис, а выбирая банк, важно понимать, это крупный федеральный банк или региональный банк? Вот это влияет как-то? Ну, знаете, это вообще к вопросу выбора каждого. Для кого-то важно там масштаб, для кого-то важно, чтобы свои вопросы решить. То есть это быстрота в принятии решений, гибкость, мобильность. Здесь такой вопрос. Для каждого сугубо индивидуально. А с точки зрения надежности это имеет значение? С точки зрения надежности, повторюсь, ключевым фактором является то, кто является собственником банка. Анонсируя сегодняшний эфир, мы пригласили к участию бизнесменов-предпринимателей. Предложили адресовать вам вопросы. И вот, судя по звонкам, всех, конечно же, интересуют кредиты бизнесу. А вот что сегодня банки в Самарской области могут предложить малому бизнесу? Вы знаете, деловую среду региона в значительной степени формирует первое лицо. То есть деловую среду, вектор ее развития. Николай Иванович в своих интервью постоянно подчеркивает, что нужно работать, работать, еще раз работать для достижения результата. Тогда будут строиться дороги, стадионы, самолеты, и Самарская область будет возвращаться на утраченные ранее позиции. Вот в этом всем глобальном процессе банки, по сути, ключевую роль играют. Вот я приведу простой пример. Допустим, строительство стадиона, да, к чемпионату мира.
нужно сначала выбрать компанию, которая будет проектировать этот стадион. Выбор на альтернативной основе происходит, то есть из большого количества кандидатов. Для того, чтобы в конкурсе победить, нужна банковская гарантия. Да? Затем, после победы одного из кандидатов, нужно финансирование для того, чтобы начать работу. Это и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Основной функционал банков – работа и поддержка реального сектора экономики, что, в общем-то, наш президент постоянно подчеркивает, что в первую очередь банки должны обращать внимание на поддержку реального сектора экономики. А вот какой бизнес, какие предприниматели могут рассчитывать на то, что у них вот с банком отношения сложатся успешно и удачно? Ведь ну, не секрет, что не всем бизнесменам, предпринимателям удается получить кредит. Одно могу вам сказать точно, что на сегодня банки очень заинтересованы в клиентах. Идет очень серьезная конкурентная борьба за клиентов. Если клиент пришел с хорошей идеей в банк, то есть масса способов там, получения финансирования, условно говоря, от получения финансирования в разных формах на его проекты до там, покупки бизнеса. То есть здесь форма работы уже менеджмента, она расширяется. То есть это не только человек, который, так скажем, подбирает финансовый инструмент. Он может дать советы. Он не может, он должен дать советы по бизнесу какие-то. А уже сам, собственно, человек, клиент, выбрать из этого для себя более приемлемое решение. То есть, другими словами, если клиент настроен на долговременное, плодотворное сотрудничество, то специалист однозначно это увидит, да, и в любом случае решение будет какое-то выработано. То есть здесь просто не должно быть равнодушия. На это может рассчитывать человек, придя в совершенно любой банк? На то, что ему окажут консультацию, подскажут, помогут. Это как раз-таки вопрос к уровню сервиса. То есть сегодня банки конкурируют в первую очередь уровнем сервиса. Мы в сегодняшней ситуации, когда цена ресурсов в значительной степени сравнялась и для федеральных игроков, и для региональных, на первое место выходит именно качество и уровень сервиса. А для того, чтобы получить сегодня кредит, допустим, на уровне стартапа, вот необходимо подготовить серьезные уже документы, бизнес-планы, там вот все расчеты, подсчеты, или можно прям прийти в банк и получить консультацию вместе с тобой, там тебе помогут этот бизнес-план составить. Вот каким образом это все происходит? Знаете, у нас большое количество структур, которые помогают начинающим бизнесменам в части написания бизнес-планов, в части, вот так скажем, оформления их идей в удобоваримые для банков русло. То есть есть на уровне муниципалитетов структуры, в Самарской области, в частности, бизнес-инкубаторы в ряде муниципалитетов, есть фонд гарантийной поддержки предпринимательства областной. Я еще раз хочу подчеркнуть, что если идея здравая и понятная, то получить финансирование можно, и, собственно, практика показывает, что получают люди деньги на развитие собственного бизнеса. Каждая конкретная ситуация должна рассматриваться индивидуально. Это, опять же, к вопросу работы и банка в частности. Что значит индивидуально? В конце концов, банки предоставляют какие-то типовые продукты. Угу. Что такое индивидуальный подход? Бизнес неоднороден, и зачастую стандартные продукты не всегда могут удовлетворить потребности клиентов, если, так скажем, для примера, да, мы можем какой-то конкретный пример брать. Срок обычно в стандартных продуктах прописан точный срок, определенные требования к обеспечению, и, так скажем, отходить от этих условий нельзя. А у клиента различные обстоятельства могут возникать, различные ситуации. Поэтому здесь вот именно на сегодня общая тенденция, что если мы говорим о корпоративных клиентах, то более выигрышным является индивидуальный подход. Гибкий индивидуальный подход к каждому клиенту, структурирование индивидуальное графика погашения, исходя из возможностей клиента, исходя из поступления средств за выполненные работы, для примера, да. Как вы оцениваете положение бизнеса на сегодняшний день? Кризисы, налоги, там очень много негативных факторов. К
кризис, на самом деле, для это определенный фильтр. Это фильтр для бизнеса, это фильтр для банков. То есть мы становимся сильнее, лучше. Но интерес к кредитованию со стороны бизнеса, вы чувствуете вот увеличившийся интерес? Вы знаете, интерес не ослабевает касательно кредитования, потому что, так скажем, крупные компании, представители естественных монополий на сегодня очень часто работают либо совсем без авансирования, либо минимизируют эту авансовую составляющую. То есть, ну, для примера, предприятие, есть договор с крупными структурами, да, естественными монополиями, ну, допустим. И договор этот без авансирования. Они должны провести какие-то работы, либо поставить какое-то оборудование. А оплату получают позже. Куда идти предпринимателю за финансированием? Вот здесь банки как раз-таки играют ключевую роль. Поэтому потребность не ослабевает. В некоторых отраслях она даже возрастает. Даже сейчас? Даже сейчас. А вот помимо кредитов, какие еще банковские услуги востребованы именно бизнесом? Ну, что востребовано сегодня бизнесом в первую очередь? То есть это кредитование, это размещение временно свободных денежных средств, это зарплатные программы, это расчетно-кассовое обслуживание. Так скажем, основные, да, четыре кита. Соответственно, в чем заключается, на мой взгляд, наиболее правильный подход? Это структурирование продаж. Ну, объясню там на простом примере. То есть клиент кредитуется в каком-то банке. Он является заемщиком с положительной кредитной историей, с, так скажем, ну, довольно-таки там какой-то срок, да, длительный, опыт положительной работы, уже банк знает его, он банк. То есть он имеет возможность на льготных условиях получать кредиты раз. Соответственно, по более высоким ставкам размещать денежные средства, когда у него возникают периоды, что кредиты не нужны, а есть возможность, наоборот, разместить на какой-то срок денежные средства. По более высоким ставкам размещать эти деньги. Соответственно, также по более льготированным тарифам осуществлять расчетно-кассовое обслуживание. Ну и также как бы и зарплатный проект тоже. То есть в этом и заключается индивидуальное структурирование продаж. Это как раз-таки тот путь, который приведет к тому, что клиент оптимизирует свои затраты и будет зарабатывать вместе с банком. Да, хорошо зарабатывающий клиент – это успех банка, правильно? Согласен. А предприниматель вот в плане зарплатного проекта может рассчитывать тоже на какой-то индивидуальный подход? Безусловно, банки с более высокой степенью мобильности структурируют продажи именно как раз-таки с предложением индивидуальных условий, в том числе и по зарплатным программам, учитывая то, там, кредитуется клиент, кредитуется, пользуется расчетно-кассовым обслуживанием, соответственно, он получает более льготные условия по зарплатным программам, возможность установки банкомата на территории своего предприятия. Все это просчитывается, считается. Здесь вопрос в правильном структурировании процесса привлечения уже клиента. Вопрос на самом деле очень интересный. Денис, вы представляете Кошелевбанк, который вот с недавнего времени расширяет свое влияние и активизирует работу с корпоративными клиентами. Вот что такое Кошелевбанк для бизнеса? Знаете, банк, в котором вы дома, для нас, сотрудников Кошелевбанка, это не просто слова, это руководство к действию. А наша главная цель – это сделать так, чтобы клиенты узнавали о банке не только с экранов телевидения и со страниц газет и журналов, но и услышали от людей, мнение которых для них авторитетны, мнение которых для них важно, о том, что в этом банке слушают, слышат и решают вопросы каждого человека. В том числе и предпринимателей. Да, на сегодня предпринимателям мы можем предложить до 150 миллионов рублей финансирование сроком до 5 лет и кратчайшие сроки рассмотрения заявок, что самое важное, до 3 дней после предоставления полного пакета документов. Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы сказать, внимательно следите за проектом под названием Кошелевбанк, а лучше присоединяйтесь к нам. Денис, спасибо вам за советы. А я напоминаю, что у нас в студии сегодня был начальник управления по работе с клиентами Кошелевбанка Денис Любимов. Спасибо. Спасибо вам. А у нас далее реклама.